Наталья разносит почту горожанам уже 8 лет. Свою работу женщина любит. Однако последнее время ей приходится нелегко. Чтобы донести почту до адресата, нужно пройти целую полосу препятствий. Одна из первых – домофон. Здесь был универсальный, но сейчас он не подходит. Вообще не срабатывает. Два раза делала за свой счет ключ, но он у меня размагнитился. И сейчас вот эта проблема, вот я 2 месяца как размагнитился, не могу попадать. Дома никого не бывает. А если на том конце трубки кто-нибудь ей ответит, открывать дверь не торопится, жалуется Наталья. Почта, откройте, пожалуйста. Почта, откройте, пожалуйста. Вот сейчас повезло, дверь открыли, но бывает так, что дом... Вот этот человек в данный момент ничего не выписывает, я просто уже наугад звоню. А так могут и послать, и все хорошее о себе услышишь. Что знаешь, что не знаешь. Всякое бывает. И даже преодолев первую преграду, препятствия на пути почтальона не заканчиваются. У меня не ящики. Ящики не соответствуют ГОСТу. Газету у меня могу показать. Не лезет. Не в таком положении. Вот она насколько не лезет. В таком вообще ее нереально засунут. А это общежитие Новохитово. До жителей этого дома почта частенько не доходит. Вот, пожалуйста. Видите сами. Ящиков нету. Вот посмотрите там тоже. Вообще ящиков нет в таком вот. Поэтому мы вынуждены оставлять почту на окошке. Люди половина наверняка не получают, потому что есть пакостники, которые выкидывают. Вот у людей письма здесь лежат. Вот счета. Другому, потому что по-другому никак. И это далеко не все проблемы, с которыми приходится сталкиваться почтальоном. Было же такое, что палкой замахнулся старик. Ему и не ответишь, и ничто. Я просто повернулась, сказала, 8 лет у вас дом раздаю, должны в лицо меня уже знать. А вот именно из-за рекламы бесится до такой степени, что вот света нету, этого постоянно. Вот сами вы зашли. А если вот я приду после обеда, сейчас зима, темно, и уже ничего не видно. С фонариками раздаем. К слову, работы у письмоносцев немало. Ежедневно каждому почтальону, а их в Нижнекамском районе 99 человек, приходится разносить около 32 тысяч различных посылок. Это коммунальные счета, заказные письма, газеты и журналы. Айгуль Яблонская, Ренат Харасов, новости НТР.